Всем привет, у микрофона Фликс. Сегодня я вам расскажу, как хорошо играть с AVM Standoff 2. Вспомните, когда вы из какой бы щели вы ни вылезли, снайпер в любом случае вас убивает. Это из-за того, что он умеет фликшотить. Но запомните то, что при игре с AVM вам нужно уметь играть в 3-4 пальца. Гайды, как играть 3 и в 4 пальца, есть у меня на канале. Итак, первое, что вам нужно, чтобы уметь научиться фликшотить, это зайти на карту тренировочный полигон и вот фликшотами стрелять по мишеням, пока не станете попадать. А скорость наведения на мишень или же на врага увеличится со временем. После того, как вы потренировались, а тренироваться надо в день по 5-10 минут, то зайдите в командный бой и попробуйте убивать фликшотами. А когда ваш противник слишком близко, а времени на прицеливание нету, то вам подойдет такой тип стрельбы, как ноускоп. Чтобы тренировать ноускоп, нужно зайти на тренировочный полигон и стрелять по мишеням без прицела. И помните то, что у АВМ есть разброс. В прицеле его нет, а вот ноускопом он есть. И пуля не всегда будет лететь точно в цель. Скорее всего, вообще не будет лететь в цель. Это чисто рандом. Поэтому, как повезет, так вы его и убьете. Ну ладно. Вот вы потренировались, и тогда вам нужно зайти в катку, командный бой, чтобы еще лучше тренировать этот тип стрельбы. Итак, переходим к следующему типу стрельбы, это Fast Zoom. Мгновенное прицеливание и выстрел. И вы тогда убиваете врага. Но чтобы этому научиться, нужно опять-таки зайти на тренировочный полигон и вот так вот по мишеням, как вы сейчас видите на видео, стрелять, резко нажимать прицел и резко выстрел. И так несколько раз, пока не начнете попадать. Можно еще и отдаляться от прицеля или приближаться наоборот. После того, как вы потренировались и этому типу стрельбы, то вам нужно опять-таки зайти в командный бой и начать убивать фаст-зумом. Ну, не убивать, просто попробовать. Со временем у вас будет получаться, и вы будете начинать убивать. Это очень сложно, я понимаю, но когда вы научитесь, это у вас будет преимущество над игроками. Потому что когда игрок на вас бежит с калашом, и вы можете, например, убить его ноускопом или фаст-зумом. И он не ожидает такого и не убьет вас. Знакома такая ситуация? Вы контрите позицию, и выбегает враг, но вы не попадаете. В этом случае пододвиньте прицел от стены, из-за которой выйдет враг, и ваши глаза успеют его увидеть, и вы его убьете. И вот мой гайд подходит к концу. Надеюсь, я кому-то помог. Если кому-то помог, напишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. С вами был Фликс. Всем пока.